На телеканалі «Запоріжжя. Правила гри» я вітаю всіх вас. Напевне, коли ви вітали одне одного з Новим роком, то бажали щастя і здоров'я, і любові, у кожного свої пріоритети. І тому нашу сьогоднішню програму я хочу розпочати невеличкою повідкою. Колись давно жив мудрий старець, біля будинку якого любили гратися діти. І серед них виділявся один найдопитливіший хлопчинка. І одного разу прилетіли три горобці, сіли біля нього і почали сперечатися. А що ж є найголовнішим у світі? Один горобець сказав, що це сонце, бо воно робить наш світ таким прекрасним. А другий сказав, що ні, це вода, бо вона дає нам все живе. А третій сказав, ні, повітря. І сонце, і вода – це добре, але без повітря ми усі б загинули. Хлопчик уважно слухав ці всі суперечки, а потім прийшов до старця і розповів йому почуте. Дідусь посміхнувся і сказав, я вітаю тебе з великим відкриттям. Тепер ти зрозумів, що і воді, і повітрю, і сонцю ми маємо дякувати за те, що вони є. А ми настільки звикли до цього всього, що навіть не усвідомлюємо, що це і є наше життя. Але всі ми є порочними людьми. І лише одне може нас зробити дійсно людиною, божественним створінням. Це любов. Тож із побажанням любові я розпочинаю цю програму і перед тим, як представлю людину, яка сьогодні нас навчить любити і багато чого цікавого розкаже про це прекрасне почуття, я хочу вам запропонувати поетичне міркування про те, що все, що є на світі, все починається з любові. Твердят, вначале было слово, а я провозглашаю снова, все начинается с любви. Все начинается с любви, и озаренье, и работа, глаза цветов, глаза ребенка. Все начинается с любви, все начинается с любви. С любви, я это точно знаю, все, даже ненависть, родная и вечная сестра любви. Все начинается в любви. Мечта и страх, вино и порох, трагедия, тоска и подвиг. Все начинается с любви. Весна шепнет тебе, живи, и ты от шепота качнешься и выпрямишься, и начнешься. Все начинается с любви. Про те, як наповнити наше життя любов'ю, особливо на порозі вже Нового року, ми запитаємо у мудрої і красивої жінки, яка знає, що таке любов, і яка сама випромінює це прекрасне почуття. Психолог Нелі Кириченко. Вітаю, Нелі, у цій студії. Це перша наша програма у Новому році, і я хочу, щоб саме ви дали ось той імпульс любові, який би нас супроводжував протягом усього цього року, який вже розпочався. Приветствую вас. Я очень благодарна, что у меня есть такая возможность и правда наполнить наши души, открыть наши сердца через эту прекрасную энергию, энергию света и энергию любви. И правда, все, что есть вокруг нас, это и есть любовь. И мы – это частички, наши души – это частички той огромной, вселенской, космической, глобальной любви. Жизнь – это игра, но игра в любовь. И в этой жизни мы все делаем в любви, для любви и через любовь. Только эта сила дает нам возможности очиститься, наполниться, сиять.
лучиться, излучать из себя эту любовь. Потому что если есть это чувство внутри, то есть это снаружи, то это мы несем тем людям, которые рядом с нами. Если мы ощущаем и мы начинаем свой день с любви, если мы чувствуем внутри себя, что я люблю себя прежде всего, только тогда, когда я люблю себя, я могу поделиться этим чувством, этим качеством со всеми, кто меня окружает, и направить эту энергию как источник вдохновения в каждого, кто встречается на нашем пути жизни. Ось ви сказали, що любов, ми всі граємо в любов, життя – це любов, ми всі граємо в любов. Любов – це таке почуття, яке неможливо приховати. Кажуть, ненависть можна приховати, а от любов – ні. Бо вже у голосі впізнаєш любов раніше, ніж у погляді. Скажіть, ви можете ствердно зараз нам зізнатися, що у вашому житті вистачає любові? Чи це все ж таки дефіцит кожного з нас і нашого суспільства в цілому – любов? Здесь можна по-разному посмотреть і подойти к ответу на этот вопрос. Но мне кажется, что как раз именно в глубине каждого из нас, есть ли это чувство в нас, в каждом? О себе я могу сказать, да. Нам есть что любить, кого любить, как нести это чувство. И если есть с нами рядом даже маленькая кошечка или старенькая бабушка, которая нуждается в этой энергии, да, и мы обладаем этой силой, то мы можем дарить это чувство каждому. Конечно, очень хочется, когда ты ощущаешь отдачу, да, что ты чувствуешь, что это взаимно, потому что... Ну, очень хочется, чтобы это было взаимно. И у нас немножечко земное понятие любви. Нас не учили видеть глобально, многомерно это понятие, что такое именно вселенская любовь. Мы немножечко путаем, ведь любовь бывает разной. Она настолько многолика. Это и правда сказочное ощущение, сказочное чувство. И женщину, которая любит, или мужчину, который любит, мы видим сразу по сиянию глаз, по излучению какого-то магнетизма, с химией, которая возникает возле этого человека. К этому человеку хочется притронуться, прикоснуться, хоть немножечко заговорить, чтобы он что-то, хоть какое-то слово сказал в ответ, чтобы услышать вибрации его голоса. Это и правда сразу, моментально мы ловим, когда это на чувство... На хвилю любови налаштовываемся, да, разом с цією людиною. Это и есть. Вот как вы включаете радио, да, или телевизор выстраиваем, да, на тот канал, который на... очень хочется услышать, или тот, что подходит нам, да, точно так же и мы каждый, даже просто, я не люблю это слово «обязаны», но обязаны, понимаете, с раннего утра до позднего вечера находиться окращить в этой... Окращить силу добу. Да, вообще, постоянно, всю жизнь находиться в этих энергиях. Сегодня вы в якості антенны, яка допомагає кожному з нас налаштуватися на хвилю любові. І ось дійсно, якщо говорити про любов, вона визначає, напевно, і всю подальшу долю людини. Бо якщо подивитися на невдах, на людей, які зійшли з праведного шляху, які є грішниками, а то й злочинцями, це люди, яких недолюбили, які недоотримали порцію любові ні від батьків, ні від оточуючих, ні від друзів. Та, можливо, вони і самі себе не люблять. Да. Начинается с себя. Вы понимаете, вот как пришли, допустим, к вам и просят, ну, Леночка, дай соли. А Леночка пошла на кухню, глянула, а соли нет, выходит и говорит, я бы с удовольствием, но нет, приходите завтра, куплю, дам.
Вот так вот и с любовью, между прочим. Если этого нет внутри, нечего дать, Лена. Ты не можешь дать, если этого чувства, этих ощущений, этих качеств нет у тебя. Поэтому любовь начинается с себя. И это привычный взгляд, что нам кто-то что-то должен дать. На самом деле настоящая любовь – это когда отдаешь, Леночка, отдаешь всего себя. Просто счастлив от того, что ты можешь, имеешь эту возможность, что Творец Всевышний, Создатель дал это тебе, нести эти качества, передавать, транслировать эту энергию любви. Я зараз пригадую слова Фоми Аквінського, який сказав: «Любити когось – це означає бажати цій людині добра». Да. Напевне, тут можна розширити цей вислів і по ставленню до природи, до людей, які тебе оточують, до роботи, до сім'ї, до держави в цілому. Тобто людина, яка любить, вона ніколи не буде робити зло ні природі, ні людям, ні собі. Да, да, Леночка, это так, потому что, ну, вы посмотрите, нас окружает природа. А как вы думаете, камушек, который на дороге, об которого бьемся все время, что он несет? Он несет любовь нам. Каждое дерево, каждая травинка, каждая птичка, каждое животное, вы понимаете, вся природа, солнце, луна, все звезды, все планеты, все для нас, для людей. И мы сюда приходим, каждый с единственной миссией, самое главное предназначение на этой планете — научиться любить. Но любить по-настоящему искренне, без претензий, без того, чтобы желать кого-то изменить, подстроить под себя, чтобы тебе было выгодно, удобно. Понимаете, нас никто не любит, не учит научиться любить. А это первые занятия, которые должны идти, ну, я думаю, даже с детского садика, наверное, да, вот именно что есть любовь, как ты можешь излучать это прекрасное качество. И здесь вот, ну вот, знаете, как нужно просто объединиться со всеми энергиями, со всеми стихиями, со всем мирозданием, немножко даже выйти на какой-то более космический уровень и посмотреть на все, что вокруг нас есть, с той высоты, не с того места, как мы вот люди. Потому что, получается, даже кошечки, которые как бы не запоминают, когда их обидели, когда там сказали «брысь», или, да, или когда швырнули их даже, они все равно идут и трутся об нас. Это такое животное удивительное, которое учит нас любить, несмотря ни на что. Вот нам дали творцы, да, боги, наши ангелы, они нам дали уже, а у кого учиться? Как понимать, что такое любовь? Как лучится эта энергия? Как излучает любовь солнце? Оно же не смотрит на то, кто хороший, кто плохой, да? Кого я сегодня обогрею? Нет уже у солнышка такого. Оно просто светит. Вот когда человек находит это в себе, в глубине себя, он просто светит. Он просто лучится энергией любви. И здесь нельзя дать, понимаете, Леночка? Это надо взрастить, удобрять, настраивать самого себя, поливать, выращивать это качество, это глубинное качество. Это не где-то вокруг нас, это внутри нас, это в нашем сердечном пространстве. Тобто правильніше навіть було б сказати не «краса врятує світ, а любов, да, врятує світ». Конечно, только любовь. Бо сьогодні, якщо подивитися в глобальних масштабах, дійсно, люди розуміння любові звузили до пристрасті, до якихось задоволень, а любов – це необмежне почуття, яке навіть осягнути думкою так швидко і неможливо. Ось ви зараз нас до цього підвели, що дійсно – любов – це набагато більше, ніж ми звикли про це думати, говорити і розуміти кожен по-своєму. Якщо перейти безпосередньо до стосунків чоловіка і жінки, Екзюпері сказав фразу, яка
відома багатьом, про те, що люди, які люблять одне одного, вони не повинні дивитись одне на одного, вони повинні дивитись в одному напрямку. Оце тоді любов. Ви погоджуєтесь з таким трактуванням? Да. Да, Ліночка, да, потому что у нас в основном возникают какие-то претензии, желание менять кого-то, подстраивать под себя. А что значит любить другого человека? Просто человека любить, да? Принимать его таким, какой он есть. Это все. И здесь, и сейчас. Вот сейчас, какой он есть, вот такого его любить. Каждую его волосинку, каждую его ресничечку, каждую его складочку. Как Земфира співає. Все твои трещинки, все твои складочки. Да, понимаете? Без желания что-то изменить. Это настолько нужно глубоко ощущать и хотеть, чтобы этот человек развивался и чтобы... он рос благодаря тому, что ты любишь его, чтобы для него это был божественный нектар, когда он находится рядом с тобой. А це не буде самопожертва, яку, можливо, людина бездуховна і не оцінить? Леночка, когда мы лучимся такой энергией, все люди, которые рядом, они сами перестраиваются на эти же вибрации. Пусть это может быть нужно время, да, нужно какое-то немножко терпения, но это как раз в наших чисто женских магических возможностях. То есть то, как мы себя ощущаем, какую мы творим именно как энергия ветра, да, создаем атмосферу вокруг себя, что мы несем, что в глубине нас происходит, то и происходит с теми, кто рядом с нами. И люди самонастраиваются, самоизменяются, они выходят на этот же уровень, на котором находишься ты, если ты на нем находишься. Потому как у нас есть очень много возможностей. Послушать хорошую музыку, посмотреть хороший фильм, почитать прекрасное произведение искусства. Да? Ведь, вы знаете, настоящих именно историй любви, которые настоящую любовь, да, их немного. Счастливых историй, описанных именно в прекрасными авторами, их немного, Леночка, их по пальцам можно перечесть. Ну, потому что нужно пережить, прожить, настолько ощущать глубоко, дышать этим, даже питаться этой любовью, понимаете? Это настолько энергии, которые глубинные, но они в каждом из нас заложены. И как в каждой клеточке есть вот эта маленькая антенночка, которая настраивается как магнитик на определенные вибрации, то если есть человек с самыми высокими настроем, да, энергетически, который находится на более высоком уровне, да, на тонком уровне, на божественном уровне, возле хотя бы, который тянется к истоку, к первоистоку, да, то люди автоматически, кто рядом, они подстраиваются. Так мы созданы, Леночка, у нас такое, нас так Творец задумал. Мы и есть любовь, только иногда нам нужно какой-то толчок или... человек рядом. Это очень хорошо, когда есть рядом такой человек, который носитель этих вибраций. Потому что ты автоматически начинаешь меняться рядом возле него, около него. И поэтому наверняка и люди из паломничества к тем великим, одаренным людям, которые вот несут знання, володіли, да. Володіли ось цією магією, якщо говорити. Ось я пригадую
Париж, кладовище Перлашес, дивовижна річ, Оскар Уальд. Його могила і досі вся обцілована, вся обсипана квітами, і там просто відбуваються неймовірні речі. Тобто людей як магнітом притягує до цього місця. Тобто якісь невидимі все ж таки імпульси йдуть. І якщо вже говорити про Уальда, то йому належить фраза про те, що чоловіки хочуть бути завжди першим коханням жінки. А жінки мріють бути останнім романом чоловіка. Ось дивовижна річ, погляд жінки і чоловіка на стосунки. Тобто чоловік хоче бути першим у жінки, він хоче бути ось тим першовідкривачем цього всесвіту. А жінка, навпаки, хоче бути лебединою піснею, щоб саме вона поставила крапку у донжуанському послужному, я не знаю, якому списку чоловіка, і бути його останнім романом. Это удивительно, но это так. Дело в том, что, понимаете, любая женщина – это чистота, это нежность, это то чувство, ощущение чего-то удивительного, сказочного, сверхъестественного, да, и вы понимаете, что дело в том, что мужчины, когда они творят, а они у нас творцы, все, что они добывают или меняют этот мир, да, их бизнесы, их дела, они все как бы на энергии той женщины, которая рядом. Это удивительно, но это так. И я думаю, что, скорее всего, меня сейчас многие мужчины не захотят даже понимать, но поверьте, что все, что материального есть у каждого мужчины, это только благодаря той энергии, которую ему дает его женщина. Только остання любов чоловіка може зрівнятися з першим коханням жінки. Ну що ж, ми сьогодні багато говорили про любов, але все ж таки, які ви дасте конкретні поради для того, щоб притягувати до себе цю любов, для того, щоб її генерувати, прибільшувати і потім ділитися з іншими цією любов'ю? Леночка, я этим занимаюсь всю свою жизнь, и поэтому могу рекомендовать только то, что тот опыт, который прошла я за свою жизнь, да, это первый вдох и первый взгляд, который вы сделали рано утром, и последний, как бы такое вот благодарение, да, которое вы сделали на ночь уже на своей постельке, да. То есть это, Леночка, невозможно, ну как-то сказать, вот как упражнения они есть, методики, техники их очень много, но у каждой оно должно быть свое. Не даремно ж кажуть, що про любов так багато написано, так багато сказано, знято фільмів, але про неї неможливо все розповісти і все сказати. Все наше життя ми шукаємо любов, все наше життя ми прагнемо до того, щоб нас любили. Але давайте зробимо хоча б один крок для того, щоб ми полюбили того, хто поруч, і того, хто далеко, і весь світ в цілому. Я не хочу прощатися з вами, я хочу продовжити нашу розмову, бо запитань до вас дуже і дуже багато. Тому за те, що розкрили цю нашу першу програму, сезон саме розмовою про любов, я вам надзвичайно вдячна. Але наступного тижня я теж хочу бачити вас в гостях на «Правила гри» і поставити вам дуже багато запитань. Тож і подяка, і запрошення на наступний ефір. А нашим глядачам – любові і ще раз любові. До зустрічі рівно за тиждень. Буде цікаво.